Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Курская 8-я пожарно-спасательная часть Главного управления МЧС России по Курской области заняла первое место по итогам профессионального смотра конкурса в 2021 году среди аналогичных подразделений. По итогам конкурса у нас первое место заняла 8-я часть, второе место заняла 4-я часть и третье место заняла 5-я пожарно-спасательная часть. Конечно же, оценки данного конкурса сюда входят как и состояние и наличие служебных помещений в подразделении, также состояние наличия учебно-тренировочной базы, оперативные показатели подразделений по реагированию как и на пожары, как и на ДТП, и другие происшествия, количество спасенных людей. Торжественное открытие 8-й, на тот момент 16-й пожарной части, состоялось в 2011 году. Сегодня это боевое подразделение, оснащенное современной техникой и укомплектованное подготовленным личным составом. Площадь части порядка 1,5 гектара. Двухэтажное здание пожарного депо рассчитано на 4 машиновыезда. Часть новая, подразделение закуплено, установлено, используется лучшее оборудование, какое есть. Также мы получили новые единицы техники, плюс подразделение укомплектовано пожарно-спасательной техникой для выполнения специальных задач при тушении пожаров на высоте и укомплектовано практически 100% штатной численностью личного состава. Весь личный состав прошел обучение. В части созданы оптимальные условия для работы. Обустроены помещения для отдыха, столовая, спортивный зал, в котором бойцы поддерживают отличную физическую форму. Есть и комната психологической разгрузки, где можно отдохнуть и расслабиться на специальных тренажерах после тяжелого дежурства. А их у огнеборцев немало. С наступлением теплого времени года выезжать на сообщения о загораниях травы приходится десятки раз в сутки. Службу в подразделении несут более 60 человек и 9 единиц техники. В зоне выезда огнеборцев новые микрорайоны, где преимущественно располагаются высотные дома, а также ряд населенных пунктов Курского района. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.